А мне пора закончить стирку и уходить. Все. Хлебо. Билибали. А, ухожу. До завтра. Жесть. А завтра я собираюсь уходить, так что... На военную службу. До военной службы, я думаю, это будет мое последнее живое выступление. Как это было сегодня? Ви-Хён и Нам-Джун Хён ушли, и я тоже. Приехал и вкусно пообедал. Сделал все дела. Прибрался дома. Осмыслил все немного. Тем не менее, я немного опоздал с эфиром. Мне очень жаль. Прямой эфир задержался. Я пришел попрощаться в последний раз. Ребята. Оставайтесь в порядке и будьте здоровы. Желаю вам всего хорошего. Я немного волнуюсь, потому что я нервничаю. И мне тоже сегодня нужно немного поспать, чтобы я смог сосредоточиться на завтрашнем дне и хорошо его провести. Я думаю, сегодня будет чем заняться и поговорить. Я все сделаю. И отдохну хорошенько. Я не буду пить, и вчера не пил. Потому что я не хочу пить. А, ребята. Завтра... Завтра мы уходим. Но пока я не уйду, пожалуйста, поддержите меня. Большое вам спасибо. Спокойной ночи. А будьте здоровы. Оставайтесь счастливыми. О, Боже, Боже. А я буду очень скучать по вам. А я просто пришел сегодня ненадолго, просто поздороваться.